Жители сгоревшей квартиры в Кировском районе Саратова не знают, как будут зимовать. Даже с улицы их жилье сейчас выглядит устрашающе. Под окнами вещи и мебель, окончательно испорченные тушением огня. Пожар произошел 18 октября в доме на улице Артиллерийской. Хозяйка Светлана Валова рассказывает, что была дома, когда загорелась старая электрическая проводка, а потом деревянные перекрытия. Женщина только успела предупредить соседей и вызвала пожарных. Светлана воспитывает дочь-школьницу, имеет небольшой бизнес. Но говорит, что с нуля восстановить квартиру будет сложно. Сейчас погорельцы живут у друзей, зимнюю одежду принесли соседи. Сгорело две комнаты из трех, полностью выгорели. И, считай, вся квартира задымлена, потолки все в гаре, естественно, нужно устанавливать всю квартиру. Ну, не знаю, сгорело, в принципе, все. Фотографии сгорели, библиотека сгорела, которая там, когда носили на мусорку, все были в шоке. Ну, там много, да, там, наверное, где-то 1000 книг точно было в библиотеках. Мама собирала очень долго. Уважаемые телезрители, если вы хотите помочь Светлане Валовой финансово или стройматериалами, звоните по телефону 8 927 621 7130 или набирайте номер редакции РЕН-ТВ Саратов 752233.